Я уже поставлю. Сейчас мама придет, пойдешь к маме еще гулять. Ладно? Нет. Да, пойдешь. Мама. Нет. Пускай Лёх заряжается. Иди пока погуляй чуть-чуть. А? Твой ассортимент взял. Какой? Наушники, ваты. Я пошел. Я пошел гулять, Лех. Пока. Без тебя. Нет, пока, Лех. Пока, Лех. Пока. Сейчас поедем по магазинам. В таком состоянии у нас машина. Вся в снегу. Сейчас посмотрим, что у нас там по жидкости. Не утекла ли она то, что я делал. Когда я делал в среду. Посмотрим, поедем, что будет. Сейчас вот столько жидкости, допустим, на дне. Такие цены. Это мы уже в Чижике. Так, курица 200, голень 220. И почти ничего нету. Так, яйца 130. С1. В Чижике дороже, чем в Магните стало. Раньше было наоборот. Такие цены. Алло. Ну что вы там делаете? Гуляем. Где гуляете? Ну, во дворе здесь, сейчас на горке. Не поедете никуда дальше-то? Да нет, тут трактор ездит. Снеговика сделали. Снимал что-нибудь? Нет. Нам порошок нужен? Ну, возьми. Давай, пока. Давай. Еще? Еще? Сейчас. Вот тоже горку почистили. Пойдем, Леша, домой, ты уже весь мокрый.
Потом еще сходим. Не, давай пойду. Ну ты ж мокрый весь. Не пойду. У Леши омлет на обед. Давай кушать, Леша, омлетик. Застряла? На. Что, идите, да? Мы едим. Нормально, спецовый трек сел? Такие покупки купил. Пельмени 179, 500 грамм манты. Курицу 189 за килограмм. Скумбрия 129, надеюсь, свежая в этот раз пришла. Яйца 109, молоко 59. Мандарины 140 рублей. Яблоки 130 рублей. Вот это 100 рублей, крабовое мясо. Киви 149 рублей. Потом кусок мяса, два куска мяса, какие это, не знаю, что у нас, вырезка, порезка, 330 рублей за килограмм, и вот такой кусок мяса еще, в общей сложности вышло на 1100 мяса. Так, это пострадавшие уже, как обычно, эклеры по 330. Такие штуки взял на пробу. Тоже, наверное, такую цену. Наверное, все, да. И помадка. 300 рублей, 300 грамм. Такие покупки куплены. Сейчас будем что-то есть. Есть мы будем салат. Салат почему-то разный. А что разный-то? А. Лапша, да? Вермишель. И сосиски. Гуляли, что-то куда это девается, интересно? Ты достала вон кошачью еду? Положишь? Я это просто последний даю сейчас. 109 рублей, береги. Как зеницу ока. Самое дешевое, что есть. Там уже по 160 я видел яйца. Ну, второго, в Диксе 124, еще 8. Это вроде и большие, и как бы 109 рублей. Голодные. Пойдем? Ложку. А, ложку. Отличайся. Ой, как вкусняшка есть. Пирожное какое-то. Поделилась? Угу. Это зеленое. Да. Это черный. Угу. Не могу выйти в зеленую. Жаль.
куда утираешь-то? И улила. Угу. И черная. Помоги, Бог. Давай поможем. Угу. Так, а сейчас настал очень хороший момент. Надо только паспорт найти. Пришла посылка, которую мы заказывали даже с прошлого месяца. Искали цену хорошую. Но я сейчас расскажу все. Алло. Что ты делаешь? Домой пришел только. Не хочешь прокатиться? Куда? До СДЭКа. Я только разделся. Ну одевайся, значит, что ты? Физкультура. А ты в фикс-прайс не пойдешь? Ну могу с тобой зайти. Ну давай, сейчас оденусь. Давай. Там мне нужно будет, чтобы ты подснял эту онлайн-камеру. А как? Ну у тебя же телефон экран записывает. Это не приложение качать? Нет, там встроено должно быть. Функция на Самсунгах. А, сейчас посмотрим. Ну давай. Что, через сколько, как? Я уже сейчас выхожу. А, ну сейчас я быстро оденусь. Давай. Сначала микрофон, потом здоровался. А-а-а. Что, у тебя есть эта штука-то? Как? Чтобы записывать. Экран есть. Ну вот, запишешь. Так, как там подключаться? Че как? К просто СДЭКу. На сайт заходишь, что интервью, я вообще это самое, ссылку скидывал. Ну? Ну вот, туда заходишь, все там внизу будет. Пауэрбанк или что это? Под карт? Под карт. Это вот кольцо пришло. Ты что, карт много, что ли? Да. Дай мне парочку. Видишь, кольцо. Кольцо зачем? Магнит? Через чехол она, да. Плохо, в магните слабо. А так, это типа железяка. Процентов. Мне еще не привезли. А, мне быстрее. А что ты мамке не отдашь паспорт, она получила бы? Да я уже когда говорил с оператором, она говорит, мы паспорт даем. Ничего там не нужен паспорт? Да вот именно, не знаю. Что. Просто они по инструкции тебе все сказали и все. А как так там бы, по факту? Так бы да, можно было оставить, а еще в субботу привезли, наверное. А сколько ты взял? 26. А сколько спасибо дадут? 9. 9К? Да. Я думал 9. Не, 9К, я бы так мне не заказывал. А мне 11 дадут. Или 13. Норм. Посмотрим. Только у них дизайн, конечно. Вот это нормально. Мы ее поставили наверх, и там снизу прям видно топорная работа. Молотком, что ли, там все подгибали. Может, они же так работают. Турки. Сборка у них плохая. А наши вражки? Я смотрел, там завод как делал. Наверное. Конвейер, ну, вроде как бы нормально, не знаю. Ну,
сам знаешь, когда русские собирают, никто ж не хочет работать. Угу. Тяп-ляпа и дальше, и домой. И там много автоматики. Там тебе надо фикс прайс, да? Ну да. А что там за бюро покупать? Ну я чашки хочу посмотреть. Рекламировали в каждом паблике. А ты где смотрел? Сначала на старте, потом подписка кончилась, потом новинки досмотрел. Там подписка у тебя? Да. У меня старт... бесплатная. У меня старт всегда бесплатный. Если подписки, не проблема найти, если надо. Там нечего смотреть на старте. Премьер был. Там побольше, интересно. Мне больше так нравится. Старт? Смычок не смотрел? Да вот думаю, там тоже нормально. Этот актер. Скоро будет второй сезон в следующем году. Я помню, ты мне говорил там. Я сейчас смотреть начал «Лада Гол». Не, такое не. Такой комедий. Типа «Лада» из «Золота». Ты ж платные парковки сделали, поэтому тут мы не будем стоять. Направо? Да. Тут дорога, видишь, плохая. Кратеры как на Луне. Да тут как-то не хотелось бы. Вот за белый сейчас встану. Придется QR-код говорить с этого, с телефона. Свернуться. Но уже не будет записываться. Да, получить. Штрих-код есть.
паспорт. Тяжелая. Тяжелая, да. Угу. Смотреть будешь? Там робот-пылесос. Посмотрим туда. Хочешь угостить? Не. Такая же коробка высотой. Так, ладно, мы сейчас ее вот так вот. Ты вроде хотел S, не? Ну это S есть. Там L10S. Ну, то, что я и хотел. Нет, S10 это не та модель. Пылесос там где-то, наверное. Ну, да. Там, наверное, вот это верхнее, наверное. А, там он в этой, в пупырке. Он же... То, что надо. Тут шарик. Угу. Главное, чтобы не бэушный был. А то могут с витрины прислать. Отразиться. Сюда пошли. Вроде все запечатано. Мешки еще. Там порошок должен быть какой-то еще. Ультра. Ультра. Как Samsung. Так, а где здесь? Вот они. Спасибо. До свидания. Что это? Держи. Займись делом. Да? Тяжеленный, 300 кг, наверное, весит. Нифига он большой. Открывай. Чё ты? Большой, да? Для себя теперь, для неё же.
Да, здесь мокро. Что-то. Не. Сюда. Да поставь ты его. Все, обратно закрывать? А? Закрывать обратно? Да. Закрылось? Наверное. Клёв, что, пойдем? Фикс прайсел. Чуть не закрыл. Сейчас бы украли бы сразу. Надо тебе, чтобы в углах. Он же в углы не заедет. Там будет все равно пыль. Надо такое еще. Ну это уже следующая модель, которая там совсем дорогая. Нет, L20. Все равно вот эти. У нее эти мопы выезжают из корпуса. Они роботы, они как помощники. Они так, типа, поддерживают, а чтобы прям генеральную такую, надо такой пылесос. И мыть потом. Пойдем? Пойдем. У тебя карта фикс-прайса есть? А? Карта фикс-прайса есть? Да. В телефоне. Мамкин. А что? Ну просто хотел свою дать. У тебя там валов много, давай. Нет. А ты с нее не спишешь, надо с приложения списывать. Ну, у меня есть вроде. Я не помню. Что там? А, еще есть. Сильный снег ожидается. Ну ладно. Тут, кстати, скидка на все 20%. Сейчас? Да, видишь, написано. Спасибо. Пожалуйста. В конце мы на Озоне увидели цену 65 тысяч. Я решил скидку попросить. Продавец ее отклонил. Скидку эту. И сразу цена пошла на Озоне, потому что только конец месяца. План там весь этот
думаю, что выровняли и цены подняли. Перевоз получается до 19 декабря еще, целый месяц, цена была от 75 и доходила до 300 тысяч. А потом вот получается уже в декабре на мегамаркете он появился за 70 тысяч, и в этот же день прислали промокод на 10 тысяч. Итого я его заказал за 60 тысяч. Получается, да? И за него еще не дадут. Получается 11 тысяч. Бонусов. Вот. Стоит 60 тысяч такая штука. Самая выгодная цена, что была. Итак, это у нас пылесос Xiaomi. Дочерняя компания Grima. Так, вот там. Дочерняя компания Dreamy называется. В нем есть все. Проще сказать, чего в нем нету. В этом пылесосе. А нет, в нем получается вот эти вот шванты, допустим. Сейчас я их покажу. Вот швабры, которые моют пол, на новых моделях они выезжают в бок, то есть он моет возле плинтуса уже. Этот не моет пылесос. Так, вот там пылесос. И еще бывают пылесосы с подсветкой, чтобы ночью можно было в темноте убирать. Потому что иногда бывает, эта штука вот верхняя не справляется с этим делом ночью. А камера, которая у меня есть вот эта вот, она ночью ничего не видит. Так, вот он пылесос. Неси, бабушка. Неси. Запечатанный. В пломбах весь. Это хорошо. Еще там он. Понятно. Так, и вот здесь у нас получается вот такой ёршик, потом мешок для пыли, который вот сюда вставляется, то есть подъезжает пылесос, и вся пыль из пылесоса вот сюда в мешок. Станцию хватает на, не знаю, может быть, на сколько хватит, на месяц, на два месяца. Потом инструкция, вот такой вот, такое средство для пола, для очистки вот этих вот щеток. Когда пылесос заезжает на станцию, вот эти вот щетки, они добавляются, вот туда вода, вот это вот средство, и они там моются, чтобы их самому не снимать, не мыть. Моется вон там. Потом грязная вода забирается опять в него и чистая наливается уже в пылесос, чтобы дальше мыть. Вот такое средство. По-русски написано. Полностью должно быть русифицировано. Так, потом веник. Веник здесь всего один. Так. Ну вот мопы, швабры. А еще в современных пылесосах вот эти мопы, они могут сниматься и лежать там, если вдруг нужна только сухая уборка. Мопы могут оставаться на станции. Этот их не умеет снимать, наш пылесос. Так, капель питания. Толстый, здоровенный. Так, а тут что? Все. Опа.
сейчас мы будем его подключать, включать. Так. Тут у нас получается зарядка. Сюда наливается вода. Так. Так, что тут как дальше снимается? Бампер есть. Так, капот. Тут отсек для пыли, который очищается и туда все заливается. Вот на него два приложения есть. Dream Home и Mi Home. Советуют использовать Dream Home. Вот это вот. Чтобы там всякие ему направления делать, виртуальные стены и так далее. Этому пылесосу. Так, тут у нас что? Колеса, крутилка, всякие датчики по кругу. Так, мопы поставим сейчас. Вот здесь я сейчас покажу. Не наложить что ли? Вот сюда, вот где-то отсюда, откуда-то добавляется вода вот из этих отверстий, не знаю, видно, на мопы вот сюда вот. И они пропитываются водой чистой. И моется пол. Вот такая система. Так, а еще веник надо поставить. Все. Теперь, когда Леха проснется, будем включать его. Тут у нас спереди камера, которая определяет вещи. Можно на нее звонить с телефона, наблюдать за процессом, управлять. Тут у нас кнопки сенсорные есть, если вдруг телефона с собой нету. Вот, вот это вот лидар, который строит карту помещения. Нельзя, бабушка, иди отсюда! Который строит карта помещения. Вот. Так, теперь станция. Станция у нас вот такая. Так, здесь у нас тоже наклейка. Так. Так, тут уже не на русском инструкция. Вот у нас бак для грязной воды, которая после уборки. Но нет, это после чистки мопов. А вот это вот бак для чистой воды, которая моет щетки, вот эти вот швабры, и добавляется в пылесос. Что там болтается, что-то. Так, и сюда вставляется вот это вот средство. Сейчас мы тут разберемся и поставим все. Так, вот тут у нас получается, ой, господи, мешок уже стоит один, а второй в комплекте. Ну, собственно говоря, и все. Так, вот эта вот штука, интересно, снимается? Да, снимается она. На магнитике. Можно мыть. Смотри, Лех, шкаф купил. Лех. А? Еще глава красный. Ага. На, дай ему. Я бы хотела. Сразу оденьте, да? Ну а еще мама-то, Лех, есть.
А, снежки лепить. Орех делается. Леш. Не нравится. Он пока еще не проснулся. Что, тогда пошел включать? Пошли. Так, приступаем к включению нашего робота-пылесоса. Может, надо с пола убрать сначала? А? С пола сначала можете убрать. Не можешь заняться, пока я тут с ним разбираюсь. А? Можешь заняться пока. Да ты здесь раскидывай все. Как он будет в туалет заезжать? М? В туалет как он будет заезжать? Никак. Мы не будем открывать его. Так, что там надо делать-то? Надо приложение, наверное. Инструкция. Да, в инструкции там все просто. Сейчас он все на коробку хочет поднять. Иди гуляй. Ты уже скачал, что ли? Да, я уже полностью подготовился. Даже не знаю, какой надо. А? Я даже не знаю, какой надо. Что, без приложения его не запустить, что ли? Ну, я не знаю. Это, в общем, где-то кнопку какую-то. Не все же пользуются приложением. Поместите робот-пылесос. Давайте включим эту самую запись экрана. Поместите робот-пылесос на базовую станцию или нажмите на дверь установки питания, чтобы включить его. Так, вот это. Опа. Пылесос включился. Далее. На одновременно нажмите кнопки «Домой» и вот это. Waiting for the network configuration. Услышал. Нашелся. Подключиться. Robot and phone connected. Please return to app to wait for the result. Как русский включить? Ну, тут сейчас включим. Лысый заинтересован. Устройство подключается к сети. Подключился. Готово. Так. Пропустить. 37% у него. Так, как тут русский-то поставить? Перейти к устройству. Какой-то плагин тут. Принять. Окей. У нас есть домашние животные. Принять. Так, это пока не надо. Так, где у нас тут вообще? Русский-то. Управление роботом.
Локализовать пылесос. I am here. Усы. Все, он локализован. Он тебе сказал, я здесь. I am here. Говорит. Ты, может, по-русски говорит. Где-то тут что-то включается. Уборка функции. Управление роботом. Больше функций. Голос игра. А, стоп, вот это. Часовой пояс Москва. Вот, английский, надо русский. Применено. Вот сейчас он, если заговорит, где я тут был. Я здесь. Все. Быстро создать. Так, давайте потом узнаем. Начать построение карты. Процесс займет 5-10 минут. Усы. У него сейчас инфаркт случится. Да. Заедет он туда вообще? Туда, наверное, нет пока. Видишь, объезжает. В общем, вот это у нас и вот то не будет. Только вот эти вот. Да убрось эти игрушки. Но он сейчас отобъедет. Ты ему не мешай. Ну как он будет пылесосить-то? А? Как он будет пылесосить? Ну потом уберешь. Он сейчас просто карту строит. Помещение. Наставлено. Вот и вот под этим ничего не будет пылесоситься. Тут твои тоже. Здесь вот иголок уже надо как-то. Все вот так вот поднять. В общем, в маленькую комнату он решил не ехать. Там мешает плинтус, надо будет его убирать. На кухню поедет. Видишь, какой умный. Взял и заехал. Там тоже бутылок наставлен. Ни разу не врядался. Все, у тебя все везде наставлено. Он не будет знать, что сюда надо заезжать. А туда? Он там уже прочертил. Туда он решил не ехать. А кто же здесь заставлен? Перегорожено все. Все, он чертил. Не подойти, не подъехать. Поехал отдыхать. Он заблудился? А? Заблудился? Нет, он сейчас строит, я так понимаю, что-то. Не может заехать. Да, что-то ему мешается.
Ну, там сказано, что вот это вот надо выбирать сбоку, чё. Что он там-то двигается? Ну, надо, чтобы он сам заезжал. Что, мы подвинуть надо? Раз надо подвинуть, да. Не может. Раз он сюда едет. Погоди ты. Тяжеленно. Маска построена. Начать зарядку. Ничего себе, сколько это весит. Карта построена. Вот что он нарисовал. Ты так понимаю, елка, да? Тут. Ну потом все уберем, заново нарисуем. Камера реального времени. Вот. Где ты код взял? Тут свой вводишь. Камера включена. Во. Можно видео записывать. Так и говорить. Вызовы выключены. Лёха. Вызовы включены. Лёха. 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 Где-то тут громкость еще включается. Надпись не лапок. Громкость, наверное, не здесь. Это в приложении там было же. Угу. Видеомониторинг выключен. Боится. Так, где у нас тут управление роботом? Теперь начать на уборку. Теперь на всю громкость. Ну вот и все. Что, давай приберем что-нибудь? Пускай помоет что-нибудь хотя бы. Все, попылесосить надо, чтобы мыть. Перед тем, как мыть-то. Нет, я имею в виду. Берем все вот эти лишние вещи. Угу. И включим. Я ему говорю, что ему сначала пропылесосить, потом уже мыть. Ну, он все одновременно делает. Это включено. Ты пойдешь спать, Лёх? Ай. Одну сюда пока. Чтоб под столом тоже ездил. А? Чтоб под столом тоже ездил. На кухне. Нравится, да? Нет. Ты тут куда коробку? Пока не знаю, можно куда-нибудь наверх. Ай, ну куда? На стол, на как? Вон там, где бабушки спят. Пока поставь. Тоже такая легкая. Давай, уберем, Леш. Блин, больно. Ты не будешь смотреть? Работ прислать, или на Лёва будет кататься скоро. Павы пылесосить и мыть. Он сейчас заряжается. Такой пылесос пока ванну поставить. Потом.
потом придумаем. Сейчас что ему, не за... ему сюда не пролезть будет в ванну. А? По ширине ему даже не пролезть будет, даже если он ему стиральную машину мешает. Ну да, слишком он уж такой, другой, большой. Пока так, чтоб не мешался. Потом... Лёха, кто-то неправильно опять одел. Посмотрим. Чё, всё? Давай. Подожди, тут в этой комнате ещё не убрала. Тут можно как-то вот тут прям делать, чтоб он убирался. Нет, да. Подожди, Лёха, сейчас я включу. Лучше, наверное, будет с телефона. Пока что. Это снежколеп, Лёха. Начать уборку. Начать очистку швабры. Говорит, да. Сейчас, Лёха, подожди, будет работать. Хорошо, кто ж пока убрать. Все. Хочется? Да. Вроде все убрал. Малыш, это там хочется. Ага. Зачем швабра очищает? Ну, типа он проездил же все-таки. Ну, почистить. Не, он же их подымал. Ты заливал воду-то? М? Воду-то заливал? Да. А? Да. Сейчас скоро поедет, Леш. Да? Скоро поедет. Да, он будет пылесосить. Максу пофиг. Я когда пылесошу, Максу пофиг. Лысый прячется. Мы посмотрим. Сейчас он поедет, подожди. Пап, пошли. Куда? Там кто-то кучись. Да, сейчас он там свои дела сделает и поедет убираться. Ты еще шанс швабры-то свои чистить начал. Вот. Ну что, воду набирает швабры? Может. В себя. А я что-то не ел. Сейчас поедет, сейчас вот там сделает что-то. И поедет. Наверное, что-то делает. Что делает? Вижу. Угу. Звуков всяких. Ты на беговой дорожке, что ли, бегает? Не знаю. Швабра крутит, наверное. Пошли. Ну куда? Тут я, Лёх, тут. И так тут, Лёш. Сейчас он поедет, сделает там что-то. И поедет. О! Поехал, молодец. Входи. Пускай едет. Что-то он швабру-то не вращает. Ну, он сначала пылесосит, наверное. Пылесосит, да, да. Не по грязному же полы у нас. Вот тут у нас сколько вот пыли, сейчас посмотрим, если успеем. Сейчас посмотрим, как пыль не было. Не, смотри, мокрые. Полы мокрые. Мокрый? А, он все включил. 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 Смотрите, там кто-то крутится. Да, иди, он подбирает. Да, он еще моет. За дверью тоже будет пылесос, там много скапливается. Угу. На стол убрал, там тоже пролезть должен. Пролез. Шавра не засосет. Эти самые шторы? Да. Бывает, засасывают. Чё, Лёш? Ну, видишь, под шторами тоже все будет оставаться. Периодически надо будет тоже ходить. Где он не пылесосит, пылесосит. Ну, тут я, Лёх, пойдём смотреть. Только ты ему, Лёх, не мешай, пускай он сам катается, так, пылесосит. Да. А то он не пропылесосит ничего нам. Просто наблюдай, стой. Здесь. Посмотрим, как отмоет. Тут что-то наляпано. Какие-то следы.
Отходи, Леха, отходи, убегай. Что-то Миша, видишь, он сразу и полы моет. Видишь, какой молодец. Он сначала по бокам, да, все моет? Наверное. Да, плюс а молодец. Потом будет середину мыть. Это его домик пылесоса. Он там живет. Да он диван ломает. Девочки, он ломает? Диван? А диван нет. Вот, стой, стой. Он здесь. Приехал. Он если встретит еще одного робота-пылесоса на своем пути, он его поцелует. Любого. Миша принесет. И там не захватывает. Уся моет. Здесь убрала утром. А там надо настраивать, чтобы он мощный был либо не мощный пылесосил. Здесь уехал. Уехал тут он. Не помыл. Сейчас он должен все помыть. Уехал, весь не помыл. Ах, там он проехал сам. Да, Зинаш? А тут было наляпано. Ну. Не идеально, конечно, но все чище. Еще там еще один вяжет. Видишь, он тебе убирает комнату. Да. Все пошло, все убирать. Чтобы у тебя чисто было, видишь, вообще. Сейчас будет зигзагами ездить. Это папа на комнату упадет. Да, и да. Потом пойдет туда. Если у него хватит, конечно, зарядки на это. Там иголки уже насыпались. А? Там уже иголки насыпались. Отойди. Да. Отойди, будет присадить. Ой, легко положимся. Мы снежки лепить. Снежки лепить, да, так хоп. Будет готовый снежок. Да. Едет опять. Отойди. Угу. Не мешай. Смотри, тут там большие колеса. Там и колеса, и тряпочки. Не ударяются. Угу. Я думала, сейчас треснется. Не, это очень современный пылесос, он тебе не будет удаляться. Ну, а едет. Нет. Ну, как Вислерс. Раз и проехал. Вокруг ножки. Помыл. Что, у него со второй стороны щеток не вижу? Одна у него щетка? Только одна щетка. Да? Но она загребает под пылесос, а там уже сосет. Другая щетка. Мои дома здесь обратно. Надо бы дверь, конечно. Дверь бы еще закрыть, чтобы за ним проехалось. Ну, это потом будешь заниматься. Потом там очень много скопов. Сейчас у нас тестовый период. Смотри, руководство. Поднял вешать со мной. Ну, не работает. Да. Да, что у него так не видно. А у него средства можно забрать? Ну, там же я поставил. Ну, там что-то не едет. А? Там же я поставил средства. Прекрати, пап. Какой? Кто в комплекте был? Прекрати. Что прекратить? Прекрати, говорит. Моет, да, там Лех? Обмывает ножку стула. Он туда пролез, нет? Не. А вот они пролезли. Пытается. Никак. Но не может. В идеале, конечно, не надо все, все поднимать, все стулья. Чтобы он промывал везде, то прочищал. Что-то не уйдет на все игрушки, пап. Мы все убрали с пола, чтобы он мыл. И стул, чтобы он под твоим столом мыл. Здесь он падает. Она пытается. Угу.
Это стол пытается под него залезть. Мама. Что, мама, убрать его? Что? Не надо, он сейчас все сам сделает. Она на стол упала. Не, никак. Мама, прекрати. Прекрати так и наваливать. Так, на хохоле отбегай. Так, уходим, Леш. Это его домик, да. Все, он куда-то едет или куда? Да. Куда-то целеустремленный едет. Теперь он будет здесь мыть где-то. Не знаю, где, правда. Приходи. Куда он хочет поехать? Может, он на станции хочет? Я не знаю, куда он хочет. Может, он на станции хочет? Не, на станции не хочет. Отходи, Леш. Или на станции поехал. Или моет? Тряпки можешь мыть? Или что? Моет? Да. Моет? Да, с этими буграми, видишь? И там моя одна папа моет. Вот он этот тряпчик. И пригласил тряпочки. И у него там бин. Вон там пыль какая лежит. От этих когтеточек. Видишь, лежит. Че он разберется, знаешь, куда ему идти? Он скоро поедет на зарядку, наверное. Сколько там процентов? Да? Какое приложение-то? Мне тоже сказать. 34%. DreamBot. А где вообще? А вот у меня телефон. В GoPlay найдешь? Да, найти-то. Он там что-то нашел. Помещение. Я что-то нашел. Какая-то ложка или вилка? Это вилка. Нет, это вилка. Вилка, да. Лысый скинул. Ну, куда заехал? Он не едет. О, выйдет он теперь. Он должен едет. Выехать как-то. Он отъел. Сейчас я выйду. Наравню с ножками. Так, проедет. Кого он принесся? Да. Откуда он назад? Так, а я вот это не едет. Это паучина или глаз? Английский он писал. Вот она, туда. Вот она уже. Там введешь мое мыло и пароль. Это новый. Ты знаешь какой. Он все замел. Забрал. Так, а что он тут-то наделал-то? Ну, вот тут, допустим, он не подобрал. Это надо будет настраивать, чтобы он сильнее всасывал. Тут все, норм. Вот тут он подобрал. Кого еще понеслось? Угу. Полы уже все высохли. Странно. Это что, застрял? Запробовать опять. Что он делает? Да я где-то загрел. О, наверное, зацепился, мне кажется. Там да, писали, что он... Вон, гвоздь торчит. Какой. Он зацепился. Гвоздь-то? Писали, что он как-то вдоль плинтуса научился мыть. Ну, сначала гвоздь здесь себе убрать. Вдоль стен. Потом так все тряпки порвали. Прекрати! Ну-ка, отойди. Гвоздь.
Загнется он так. Это косит мой. Ну пойдем. Я там гвоздь зацепился. Угу, за гвоздь зацепился. Домой. Он домой зацепился. Угу. Он затела. На гвоздь. Дальше как я не помню. Нижнее подчеркивание. 91. Сейчас будет мыть здесь. У меня он подключен или что? А? Подключен или что? Да, третий пустой. Пойдем. Отходи, Лех, а то он в тебя врежется. Она не лезет, он большой. Да, туда не помещается. Да. Угу. Как будет был май? Подходили. Подходим. Елку обошел. Угу. Пап, ты меня мешаешь. Что это за ботинок тут нарисован? Ты не мешаешь. Ну, что ты увидел, значит, какой-то предмет ботинок. Где это вообще? Прекрати. Он там рисует уже. Провода или ботинки, или носки. Все, Олег. Вот это, кстати, там. Все на месте. 28%. Только? 28%. Что тебе надо, Леш? Что это? Леха. Что он хочет? Уйди, пап. Уйди, ты меня мешаешь. Не закрывали в дверь. Он будет сейчас пылесосить там. Смотри, как лысый наблюдает. Видишь? Ага, подходили. Кататься не надо. На нем нельзя кататься, он сломается. Он сломается. А то он насмотрелся там мультик одного. Отойди. На нем кот катался. Отойди. Тут я середину не он не помыл вообще. Сейчас он все помоет. Подходили уж. Отойди. Угу. Пойдем. Нет, я маму хочу. Ну иди с мамой. Поедь помыл. Угу. Помыл, да. Да. Иди. Ты, ну, туда ему не заехать. Не выкатывай, будет мешать ему. Пускай там стоит. Иголки-то он там убрал, нормально. Ну так себе. М? Так себе.
что он там еще не ездил. Может, он там еще не ездил? Можно этот ботинок на... Нажал на ботинок, написано обувь какая-то. А, это, может, он там тапки? Хотя он сейчас вот тут. Это что? Препятствие какое-то. Кабель питания какой-то. Станция зарядная. Куда-то исчезло препятствие. Значит, там больше нету. Может, это лысый был? Может быть. Пока он там ездил. Леш, не раскидывай игрушки. Леш, сейчас будет мешаться игрушку роботу. Надо поднять. Вот препятствие появилось. Около него. А, значит, это бассейн. Он, видишь, появился. Бассейн, значит. Он убьет робот. Да, будет ему мешаться. Убьет. Мама, видите, там дает. Вертолет, щетка там. Вот щетка. А сзади швабра. Да, а это та швабра. Видите, швабра. А там есть щетка. Вы видите, видите, щетка. А там швабра. Кого? Ну вот, мы же его видим. Что, собрал иголки-то? Иголки собрал? Не знаю. Отходи, Леша, он сейчас сюда придет. Она пытается. Осеннего не будет. Он тоже влезет. Но пусть он назад поехал. Вперед. Откуда он будет? Все. И все. Все, вздох. Отходи, Леш. Надо срочно на зарядку ехать. Он уже выдохся. Доедет он до тут. Не знаю, что он делает. Он не едет, мама. Что он хочет? Отходи, он сейчас должен сюда поехать. Он туда сейчас будет залезать, смотри. У него зарядка, видишь, села, он едет на место, в домик. Заряжаться. Заряжаться. Или зарядку, или воду добавить, или это самое, мусор скинуть. Она у него там. Ну-ка. Он упал. 24%. Упал, вот. Да. Ну, что-то он будет делать другое. А во сколько он? По-моему, на мой годик. А сколько он уезжает на станцию? Домой. Видишь, как паркуется, смотри. Сейчас заедет. Мама, едет на локоёс. Один локоёс. Вот, сам заехал. Тут раз ему что-то места не хватало. Только не трогайте, а то... Начать очистку швабры. Загрязнились швабры. Швабры мыть пошел. Это он там тряпки моет, лишь. Швабру моет. Которые крутились у него, моет. Так, ну, наверное, и все с пылесосом. Это остальное покажем, наверное, завтра. Как он будет работать, а то уже много наснимали. Это водичку он, наверное, сливает. Это на водичку стоять. Одевай. Так, наш пылесос убрал комнату. И вот сколько там грязной воды уже набралось. О, сколько. Прям коричневая. Весь уровень показывается в приложении. Износ щеток и всего остального. Износ тоже в процентах показывается. Садись.
Не надо мне в лицо. Там не пищеночный. Я заберу. Не надо. Леша. Что там? Есть ворон, пап. Нет, там болтик стоит. А это есть нормально. Давай. Да чем меня бьешь? Ничего. Клади сюда шарик. Упал шарик. Смотри, вот здесь секретом. Ты его выкладывай вон туда. Лепи, выкладывай, а потом будешь их брать и кидать. Вон сюда, на дощечку. Вот, а потом будешь кидать. Я пока мусор выкину. Упал. А вытираешься? Да. Ой, опять. Не донес ты, Лех. Сначала снеси сюда, потом открывай тут. О. Сначала сюда неси. О. Давай, Сайка. Три. Такие горы без этого снега. А-а-а. Столько ни разу не было. Да. А еще только декабрь. О, какие у Леши снежки получаются. Вот. Еще. Угу. Что, мы поедем, куда не поедем? Не знаю. А я эту ледёнку забыла взять. Угу. Давай не поедем здесь, походим. Тогда и машину надо мне поставить съездить. Ну, потом поставишь. Что потом? Когда погуляем. Ага. Ты сугробы берешь. Робот-пылесос-то наш снимает, там нет. Там темно, что там оно. А? Там же темно. Ага. Что он там увидит? 34%. 34%. Это да, видео. Темно, ты сейчас увидишь и все. Так, вот это. Так, пин-код. Темнота. Сушка швабры. На темно, где три швабры? Ну, там же темно. Дома-то. Угу. Мы так и здесь темно. Че, Леш, снежки, да, получается? Он определил у нас две столовых. Прихожая – это столовая у нас. Ну? Это потому, что там холодильник стоит. Наверное. Еще определяет вещи, какие. Да. Какие. Написано «гостиная» и «комната 2». И две столовых. Там три сайт. Угу. Сломалась. Угу. Будешь их кидать-то куда? Побольше снега надо загребать. Руками кидать надо. Кидать руками. Руками надо кидать, Лёх. Вот так, смотри, сейчас кидаю. Берешь? Смотри. Что мне?
Надо побольше снега брать, чтобы плотнее было. Смотри. Оп. Только машину не кидай, Леш. Ты мало снега загребаешь. Побольше. Побольше он уже не шарик. Ну-ка. Вон, вот сюда кидай, Мария. Снег забивай, встряхивай. Смотри. Надо, можешь молить перчатки? Надо. Смотри, я тебе покажу. Сейчас снег будет падать, смотри. Вот сюда смотри, на куст. Не особо-то падает. Давай перчатки тебе оденем. Так, вот у нас сколько-то слово по окончанию дня. Вроде как столько же. Надо будет поучиться над этим делом наблюдать еще. Так, машину поставили. Леха все еще здесь, да? Как я понял, крутится. Еще вот так никуда не пошли? А? Пока Фильма пошел. А? Угу. А? Да. Вася? Или тот? Нет, тот что? Не знаю. Он сейчас с ним у нас пошел. Ну, сейчас мы с ним. Ага. Он налетки все пьют. Ага. Ага, вижу. Че, может, туда пойду и домой? Почему? Спина что-то болит. Че, все равно никуда не едет, не идете. Стоять больно. Иди познакомься, Лёх, смотри. Нет, я не познакомлюсь. Нет, я не боюсь. Я не буду. Беги, да, беги. Нет. Беги, беги. Беги, беги. Кстати, добрый вечер. Здравствуйте. А ты что-то ешь. Бум-бум-бум, сейчас бум-бум. Мама выйдет? Пойдем сюда. Вот так. Не-не-не, сюда. Пошли к нам. Пойдем. Салют, минуту. Пойдем, сюда. Туда. Туда пойдем.
Куда? Да вон туда. Ну пошли. Ну потом туда сколько. Не надо, сынок. Захар, пойдем, все, пойдем. А где малыш? Сынок. Сынок? Он ушел, Олег. Иди посмотри, куда он пошел. Аня, посмотри, Олег. Не пойдешь? Не, его не будет. Он не взял. Он боится. Мама, кидай сюда. Мама стоит. Кидай маму, да, молодец. Не попал. Уйти от куку. Еще кидать носки. Ой. Баба. Я думала, что уйти от еще. Пойдем куда-нибудь? Нет. Эхо, Лёх, отдаёт. Эхо. Не пойдёт сюда?